очень хороший ветер. И мы снова идем под парусом. Сегодня нас даже кренит. Даже нам понадобились бы перчатки по-хорошему. Опять вышли на открытое место, ветер усилился. Спускайте рулевой. Снимем, что у нас там происходит. Так задержал уже. Нет еще. Вот, блин, на море мы как будто вообще. Как будто, ну, на водохранилище такое будет. Ну, волны такой, ветер, волны. Простор такой, широкое место. Да, чувствуется. Да, бар Артем, за спиной-то да. Проходили участок. Хайфист такой пошел, типа, адреналинчик такой.